На автомобильной выставке в Шанхае состоялась премьера новейшего кроссовера Havail. Компания показала паркетник Читу и попутно объявила о старте приема заказов на эту модель. Несмотря на выраженное сходство с другими моделями Havail, кроссовер Читу имеет ряд оригинальных решений. Так, например, автомобиль укомплектован необычной для компании зубастой решеткой радиатора с тонкими вертикальными ламелями и собственным передним бампером с оригинальными боковыми нишами для противотуманок. Корма получила развитый спойлер, подчеркивающий спортивную стилистику автомобиля. И это не мудрено, учитывая, что его основной аудиторией компания видит молодежь. В салоне установлен виртуальный щиток приборов, который идет уже в базе, и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Под ним расположились стандартные для марки узкие блоки с элементами управления климатом и воздуховодом. В роли базового двигателя для Havail Читу выступит знакомый покупателям 1,5-литровый надувной агрегат мощностью 150 лошадиных сил, кроме которого предложат 184-сильный турбомотор. Связку обоим составит 7-диапазонный робот с двойным сцеплением. В будущем кроссовер Читу может добраться и до российского рынка. Его производством займется завод компании в Тульской области. Цены на кроссовер начинаются от 1 миллиона 290 тысяч рублей по актуальному курсу. Напишите нам в комментариях, как вы думаете, заменит ли данная модель уже имеющуюся Havail Julian. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.